Запуск мобильного платежного приложения на базе технологии XCurrent от Ripple анонсировала крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании Банка Сантандер. Приложение интегрировано в систему мобильных платежей Apple Pay и позволяет совершать транзакции размером от $14 до $14 000. Безопасность аутентификации обеспечивается технологией Touch ID. Доступно приложение будет для жителей Испании, Бразилии, Великобритании и Польши. Проект основан на технологии XCurrent, которая не предусматривает использование криптовалюты XRP.